Друзья, всем привет! Вы на канале Барс ТВ, и сегодня мы приехали первый раз в этом году на открытие летней рыбалки. Эта речка называется Угрюм-река. Она тут в паре километров впадает вот, так что рыбы тут должно быть всякой разной. Подлещик, чебак, язь, подъязок, лещ, сазаны попадаются, судачок, ну и так далее. Рыбачить буду на две донки, то есть обычная кормушечка. Испытанная уже не раз мной, то есть вот такая вот кормушка с грузом, два крючка. Сегодня у нас 15 апреля, до начала нерестового сезона 5 дней, у нас он с 20 числа начинается, так что посмотрим, что нас ждет. Люди вроде ловят, может, и нам повезет. Замешу сейчас прикормочку. Прикормка у меня самодельная, еще с того года осталась. Тут перловка, панировочные сухари. И в другом комплекте еще бисквитное печенье, сухое молоко и так далее. Добавил воды. Сейчас немного разбухнет, и можно приступать к рыбалке. Рыбачить буду на домашних червей. Ну и плюс в кормушку добавлю прикормку. Обязательно на них надо поплевать и сказать: ловись, рыбка большая и маленькая. Прикормка на месте. Поехали. Кидать буду где-то на середину. Ну вот, снасти, друзья, я забросил. Идем первую поклевку. Надеюсь, что она сегодня случится. Соседи тут с утра сидят, они с утра, говорят, неплохо половили. Бочков, подлещиков. Посмотрим, что нас ждет. Одна поклевочка уже была вот на этот спиннинг. Но я ее прозевал. Подсек, ничего не поймалось. Взяли с собой фляжечку домашнего офигительного вина. Друг у меня делает. Сильно злоупотреблять не будем. Это у нас на целый день. Пьем по глоточку. Как-никак первый раз в этом году на рыбалке. Ну, на летний я имею в виду. На зимнюю-то ездили, а вот летний сезон сегодня открывает. Ах, вкусненько. Поклевочки пошли, ну такие. То одна, то вторая. А рыбки пока не видать. Пусто. Ладно. Подождем. Прошел где-то час. Поклевочки идут такие слабенькие, но пока что еще ничего не поймали. Рыбачим дальше. Вот. Первый трофейчик. Угу. Махонький. Но поймался.
Да, теперь официально открыт сезон весенней рыбалки по открытой воде. Поймали рыбку первую в этом году. Ну, в смысле, на летней рыбалке. Надо это дело отметить, так сказать, с почином. Так что здесь рыба есть. Кто-то сидит. Оп. Андрюха, подсак дай. Подсак. Ох, сазанчик. Сазанчик. Корефан сказал его сазана не ловить, а я его взял да поймал. Такой вот красавчик. Ну чё, ребята, рыбалка прёт. Ну, за сазана. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Снесет. Нормально. Итак, друзья, прошло где-то часа полтора, только-только начало клевать, поймал подъязка и поймал маленького сазанчика. Продолжаем рыбалку, настроение уже сразу же улучшилось, рыба есть. О, какое бревно плывет, сейчас зацепится. Стрелял. Подъязочек. Только положено за нижнюю губу на барышню. Рыбалка, ребята, прет. Первую рыбку сегодня на барыш поймал. Андрюх, походу подсак надо будет. Сделаем. Ты что, как бабочек-то ловишь? Я его хотел бы попробовать. Да. Подлещичек. Стоять. А ты говоришь. Подлещик. Ты смотри, что, только камеру включил. Нет? Нет, звонит. А вот и первый карасик на сегодня. Вот такой вот красавчик. Тихо, спокойно,
красота. Ближе к вечеру что-то поклевочки практически вообще прекратились. Так, раз тыкнет и успокоится. Ну что, друзья, время уже близится к вечеру. Немного порыбачили, отдохнули от души. Сейчас еще полчасика и попрем уже тоже до дома. Начнем собираться. Денек сегодня шикарный. Двадцатка на улице. Сезон открытый. Рыбу я поймал. Поймал разную, начиная от подлещика, подъязка и заканчивая сазаном. Карасик еще попался. Так что, во! День прошел отлично. Немного, но для начала сезона, я думаю, самый раз. Все, друзья, начинаем собираться домой потихоньку. Клев прекратился, так что лучше дома делами позанимаемся. И так сегодня нарыбачились отлично. Всем спасибо за просмотр, всем пока.